Ну, в соответствии с правилами дорожного движения запрещено устанавливать какие-нибудь предметы, которые мешают обзору водителя. Все. Это основное нарушение. И, естественно, то, что составил протокол наш дорожный полицейский, это очень правильно. Вот. Но мы сейчас в рамках Единого таможенного союза разрабатываем новые технические правила. Они будут действовать с 1 января 2015 года. И мы дали сегодня указание всем никого не штрафовать, останавливать и разъяснять ему, где и как он должен устанавливать это оборудование. Это первое. То, что касается наших патрульных полицейских, это спецмашина. Она разукрашена, на ней есть светомигающие приборы, там есть место для оружия, есть место для других спецсредств, поэтому с нами не надо сравниваться. Это спецмашина для работы, во-первых. Во-вторых, мы сейчас, по сути дела, уже в тендерной заявке указываем, чтобы в машине были установлены в виде регистрации боковые, значит, в салон и сзади. То есть наш полицейский все время под контролем, и одновременно он видит дорожную обстановку. Это спецмашина, зачем нам, гражданским людям, оспаривать, что у них есть, что у нас нет. А демонстрацию спасибо. Можно провести для журналистов? Да, обязательно. Я дал команду, чтобы придут они все. Все, мы вам продемонстрируем это все.